Единому маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом! Марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков. Традиционно военный парад на Красной площади открывают барабанщики Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. В этом году училище отмечает свой 80-летний юбилей. Победы государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Площади самые юные участники парада. Проходит рота Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков. На Красной площади воспитанники старейшего Тверского Суворовского военного училища. За эти годы училище воспитало более 15 тысяч суворовцев. Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. Идет парадный расчет Нахимовского военно-морского училища. С 2016 года созданы филиалы училища в Севастополе, Владивостоке и Мурманске. Возглавляет парадный расчет заместитель начальника училища, капитан первого ранга Анатолий Деревянко.